Господа, перед вами Александр Медведенко. Давайте его приветствуем. Ура! Давайте с Куджавы начнем. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да то ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, да лишь моя вина. А моя вина, она всем видна. А как третья война, да лишь моя вина. А моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. Знаете, какая интересная штука? Вот я думаю, что Сережа правильно говорил в начале, что если бы не было вот этой троицы, ну, может быть, можно было бы еще кого-то добавить к этой троице, Акуджава, Галич, Визбор, может быть, можно было бы добавить, скажем, еще Новеллу Матвееву, допустим, кого-то еще, неважно, но вот если бы не было этого, то, наверное, не было бы и всей вот этой авторской песни. Более того, я вам хочу сказать, что в 80-е годы, где-то во второй половине 80-х годов, Булат Акуджава в интервью газете «Известия» заявил, что авторская песня умерла, оставив миру несколько имен. Я цитирую. Возникла дискуссия, бурная такая, невероятная дискуссия, широкая, под таким градусом мощным, полемическим. И большинство коллег с Булатом Шалчем не согласились. То есть не согласились с тем, что авторская песня умерла, оставив миру несколько имен. И я в том числе не соглашался с ними. С тех пор прошло много лет. Мне исполнилось 60. И теперь я понимаю, что на самом деле Булат Шалч не так уж был неправ. То есть, конечно, и прав, и неправ. Неправ в том смысле, что вот этот список из нескольких имен, он гораздо шире, чем его представляла Акуджава. А прав в том смысле, что, наверное, ничего лучшего, ничего более значимого, ничего более, на мой взгляд, тут уж у каждого свое восприятие, ничего более интересного
ничего более резонирующего с нашим внутренним миром последующие годы так и не принесли. То есть, да, есть более или менее интересные авторы, более или менее музыкальные, более или менее одаренные поэтически, но то, что сделали Окуджава, Визбор и Галич, на мой взгляд, это бесценно, это останется, по крайней мере, для меня вот эти песни, этот репертуар остается основным по сей день, и я надеюсь это сегодня доказать. Это уже как бы к возрастным, так сказать, к возрастным проблемам. Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено природой, обязательно случится. Можно подпевать. То ли самые прекрасные, ну самые прекрасные, в окошко постучится. То ли самые напрасные, ну самые напрасные, в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, во счастье затея пустая, из двух выпадает одно. Такая уж правда простая, кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба. И он улыбнется счастливым. Ах, не делайте запасов из любви и доброты, и на черный день грядущий не копите милосердия. Понюшку, ну совсем не за понюшку, ваше горькое усердие. Лягут новые морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая. Одно, такая уж правда простая, кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка. Все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа ушиба. Но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано. Вся земля, вся планета, сплошное туда, как струна дорога звонка и туга. Все, куда вы ни ехали, только туда, никто не сюда, все туда, туда.
остаюсь я один, вот так остаюсь, и боюсь, и признаться боюсь, что боюсь, сам себя осуждаю, корю, курю. Вдруг какая-то женщина, сердце горит. Вы куда? Удивленная ей говорю. Я сюда, так влюбленно, она говорит. Сумасшедшая дума, вот ерунда. Как же можно сюда, если нужно? Смотрю, здесь все занавешено. И тишина, как на дне. Кстати говоря, времена не выбирают, да, в них живут и умирают. И вот время, да, это не платье, это кожа, да. Интересно, опять же, вот в этой песне говорится, что не век, да, то век же, вот нам, там, век мой, рок мой, да, там все время говорится о каком-то веке. Нам с вами выпала достаточно интересная судьба жить в двух веках. И у меня такое ощущение, что многие из нас с вами остались в 20 веке все-таки. Да. У Григория Дикштейна есть такая песня «Скоро будем из прошлого века». Вот я хочу спеть вам пару песен Юрия Висбора. Еще, на самом деле, вот если с Булат Шалчем меня судьба сводила, мы были знакомы, то с Висбором не посчастливилось мне познакомиться, хотя, в общем, у нас достаточно большое количество общих знакомых, друзей. Более того, я был знаком с двумя из трех его жен. Я считаю, это большое достижение. Большое достижение. Удача. Вот. Удача. А? Удача. Удача, да. Нет, а достижение, это не удача. Из дочки. Из дочки, конечно. Да, понятно. Вот пару песен Висбора. Наверное, можно сказать так, что это песни из прошлого века. Вот сейчас... Никто так не напишет и никто так не споет. Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночи. Под моей рукой
чей-то город лежит и крепчает мороз, и долдонет капели, и постели метели, и звезд миражи освещают мой путь в синеглазом апреле. Ну а будь у меня 10 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, лишь лечил бы ребят и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ. И меня в отпуска все село провожает. Ну а будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей. Просыпался один, навсегда решась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад, и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобой. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий принца. Браво! Прошлый век, правда? Прошлый век. Сейчас никто так не напишет. Или, например, такое тоже, пожалуй. Впереди лежит хребет скальный, позади течет река, время. Если б я собрался в путь дальний, я бы смехом позвал Веню. Несмотря на то, что он умный и талантлив больше, чем нужно, мы прошли бы этот путь трудный, и прошли бы, я надеюсь, дружно. Никакого не держа тело, раздвигая впереди ветки, шли бы мы, и увидав девок, мы кричали: «Эй, привет, девки!» На паромах пели бы мы песни, ночевали под любым кровом, поражал бы Веня всех местных заковыристым своим словом. Я бы сам гитарный гриф вспенил, так бы вспенил, что конец свету. Я бы выпил, говорю, Веня, да здоровья, дорогой, нету. Ну а он свое твердит, вторит, воспримул, говорит, о, мысль.
дескать, пьяному почем горе, но трезвому какой смысл? Так мы шли по земле летней, по березовым лесам к югу, предоставив всем другим сплетни, не предав и не продав друга. А дружбы что же нам нужно, чтобы сердце в нее пело, чтоб была она мужской дружбой, а не просто городским телом, чтоб была она мужской дружбой, а не просто городским делом. А сейчас я буду сам себе противоречить. Я такая вся противоречивая, вся такая внезапная. Это уже все заметили. Александр Галич. Вот удивительная фигура в авторской песне, в бардовской песне. Как правило, всех литературоведов, исследователей творчества Галича, любители его творчества, занимал один вопрос. Как так могло случиться, что абсолютно успешный, абсолютно вписанный в систему драматург, поэт, автор нескольких комсомольских песен, вдруг как бы поменял облик, поменял стилистику и вдруг стал писать какие-то жесткие обличительные песни, встав в прямую конфронтацию с советской властью. Ну, многие считают, что в нем заговорила совесть, что вот так это все произошло, постепенно в нем накапливалось недовольство. Я думаю, что это не так. Я думаю, что совесть – это понятие весьма растяжимое. И мы ведь с вами люди взрослые, и мы знаем, что с совестью своей мы как-нибудь договариваемся. Договариваемся, если нужно. И он бы договорился. Произошло нечто более сильное, чем пробуждение совести. Художник нашел свою тему. Художник нашел свою тему. И притяжение этой темы, мощь этой темы оказалась гораздо сильнее всех страхов, всех совестей, всех опасностей, которые его, так сказать, подстерегали на этом пути. Художник, поэт нашел свою тему. Вот это гораздо сильнее и гораздо важнее, на мой взгляд, чем пробуждение совести. Почему я буду противоречить, я сейчас расскажу вам чуть-чуть позже. Я хочу спеть несколько песен Галича, и начать я хочу с очень любимой мной. Вообще, на самом деле, практически все, что он сочинил, мне нравится, по мне отзывается. А его мало поют, к сожалению, в последнее время, видимо, считая, что он несовременен, что он вот на самом деле не просто из прошлого века, а еще и там из каких-то там затертых 60-х годов. Я думаю, что это не совсем так. По крайней мере, те проблемы, которые он поднимает в своих песнях, те образы, которые у него присутствуют там, они вневременные, то есть они, может быть, и принадлежат какому-то определенному времени, но тем не менее конфликт человек, там, гражданин и власть, художник и власть, эти конфликты, они, как говорят математики, инвариантны относительно времени и пространства. Вот, например, такая песня, которая называется «По образу и подобию». Значит, по образу и подобию. Меня все время занимало...
Или, у нее есть, так сказать, под заголовком есть еще одна строчка такая. Или почему на воротах Бухенвальда было написано «Jedem das sein». То есть каждому свое. Удивительная штука. В этой песне присутствует такой персонаж, композитор Йоганн Себастьян Бах. Я никак не мог понять, при чем тут Бах вообще? При чем тут Бах? Вы сейчас это все услышите. Я просто хочу, чтобы вы понимали и этот слой в этой песне, смысловой. Впоследствии оказалось, что у Баха, помимо его знаменитых там семиминорные мессы какой-нибудь или чего-нибудь еще, есть такое произведение, которое называется «Nur jedem das sein». То есть каждому только свое. Как удивительно, да? Начинается день и дневные дела, но проклятая месса уснуть не дала. Ломит поясницу и ноет бок, бесконечной стиркою дом пропах. С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах. С добрым утром. А над нами с утра, а над нами с утра, как кричит воронье на пожарище, голосят трубора, с добрым утром вставайте, товарищи. А потом, досыпаем, мы едем в метро, в электричке, в трамвае, в автобусе, и орут, выворачивая нутро, рупора победах и доблестей. И с просонья бывает такая пора, что готов я в припадке отчаяния посбивать рупора, посшибать рупора и услышать прекрасность молчание. Под попреки жены и с хитрийской злой сочинить переход из цедура в хамоль. От семейных дрязг, от долгов и склок никуда не деться, и дело швах. Но не печалься, Бах, говорит Бог, да ушла, Бог, говорит Бах, да ушла, но. А у тещи инсульт, и хворает жена, и того не хватает, и этого, и лекарства нужны, и больница нужна, только места не светит, покедова, и меня в перерыв вызывают в местком, ходит пред по месткову присядкою. Раз уж дело такое, то мы подмахнем безвозвратную судью десяткою. И кассир мне деньгу отслюнит по рублю, ухмыльнется ухмылкой грабительской. Я пол-литру куплю, валидола куплю, 200 сыр и 200 любительской, а пронзительный ветер, предвестник зимы, дует в двери капеллы святого Фомы, и поет орган, что всему итог. Это вечный сон, это тлен и прах, но не кощунствуй, Бах, говорит Бог. А ты дослушай, Бог, говорит Бах, ты дослушай. А у суки соседки гулянка в соку, девки воют, хихикают, хахали. Я пол-литра открою, дорежь сырку, дам жене валидол на сахаре.
И по первой налью, и налью по второй, и сырку, и колбаски покушаю, и о том, что я самый геройский герой, передачу охотно послушаю, и трофейную трубку свою запалю, посмеюсь над мычащей бабкою, и еще раз налью, и еще раз налью. Так соседке скажу, за добавкою он снимает камзол, он стирает парик. Дети шепчутся в детской, вернулся старик. Что ж, ему за 40, немалый срок, синева, как пыль на его губах. Доброй ночи, Бах, говорит Бог. Доброй ночи, Бог, говорит Бах, доброй ночи. Браво! Я думаю, что как раз Галич вот подтверждение этого первого тезиса о том, что авторская песня, это, конечно, прежде всего поэзия. Все-таки прежде всего поэзия. То есть могут быть разные, конечно, мнения по этому поводу, но Галич, это прежде всего поэзия. Более того, он в последний период своего творчества пришел, во-первых, он больше писал стихов, а во-вторых, он пришел к тому, что он делал такие длинные произведения, которые состояли из стихов и песен. Да, подобно, скажем, поэме о Корчике. Ведь там есть стихотворные части и есть песенные кусочки. И таких у него несколько. Я хочу сейчас просто вместе с вами насладиться одним из отрывков к поэме Александра Галича. Эта поэма называется «Размышления о бегунах на длинные дистанции». Это поэма о Сталине. Но одна из глав этой поэмы называется такие, значит, комментарии, глава, написанная в сильном подпитии и являющаяся авторским отступлением. И вот эта самая глава, написанная в сильном подпитии, являющаяся авторским отступлением, на мой взгляд, опровергает все, что я сказал до сих пор. Опровергает то, что Галич анахроничен. Он абсолютно современен, и вы сейчас в этом убедитесь, и даже более того, как мне кажется, с каждым годом он становится все современнее и современнее. Кстати говоря, в этом отрывке есть... Причем Галич надо знать. У него богатейший образный ряд, богатейший лексикон. Надо какие-то вещи знать. Например, он говорит, он начинает так. «Кто-то радости пустомелем, темноты своей не боюсь, не могу я быть Птолемеем». Птолемеем, даже в Энгельсе не гожусь. Значит, имеется в виду Птолемей, конечно, не египетский царь, а ученый, который был математиком, астрономом, медиком, там еще каким-то, в общем, энциклопедически образованным ученым Птолемеем. Дальше у него там, например, используется такой библейский образ, как Соломея с Иоанновой головой. Да, это тоже нужно знать. Соломея, дочь царя Агриппы, приемная дочь царя Агриппы, настолько здорово, настолько красиво танцевала на его дне рождения, что он сказал ей: «Я выполню любое твое желание». И маманя ее, значит, научила потребовать голову Иоанна Крестителя, что, собственно говоря, и было сделано, то есть эта голова была ей преподнесена на блюде отрезана. Ну хорошо, пойдем. Пойдем. Можно очень много рассказать. «То-то радости пустомелем, темноты своей не стыжусь. Не могу я быть Птолемеем, даже в Энгельса не гожусь. Но от вечного бегства в мыле, неустройством земным томим, вижу что-то неладно в мире.
хорошо бы заняться им. Только век меня держит цепко, сходу гасит любой порыв. И от горести нет рецепта, все, что были, сданы в архив. И все-таки я, рискуя прослыть шутом, дурачком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться. Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы, не бойтесь пепла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо. Кто скажет: идите, люди, за мной, я вас научу, как надо. И рассыпавшись мелким бесом, и поклявшись вам всем в любви, он пройдет по земле железом и утопит ее в крови. И наврет вам такие враги, и такой наплетет рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час. Слезы крови не солонее, даровой товар, даровой, прет история Соломея с Иоанновой головой. Земля зола, и вода смола, и некуда вроде податься, неисповедимы дороги зла. Но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо. Кто скажет тем, кто пойдет со мной: рай на земле — награда. Потолкавшись в отделе винном, подойду к друзьям-алкашам. При участии половинном побеседуем по душам. Алкаши наблюдают строго, чтоб ни капли не пролилось. Не видали, смеются, Бога, ей же Богу не привелось. Пусть пивнуха не лучший случай рассуждать о добре и зле, но видали мы этот лучший в белых тапочках на столе. Кому сучок, а кому коньячок, к начальству на кой паяться? А я все твержу: ну как дурачок, да не надо, братцы, бояться. И это ж бред, что проезда нет, и нельзя входить без доклада. А бояться-то надо только того, кто скажет: я знаю, как надо. Гоните его, не верьте ему. Он врет, он не знает, как надо. Я обычно в Израиле эту песню вспоминаю перед очередными парламентскими выборами. Там тоже актуально, да? Вот. И я как раз, да, я как раз думаю, у вас тут, по-моему, муниципальные выборы на носу. Да. Может, и у вас это будет актуально. Мне кажется, что актуально. Мне кажется, что актуально. Как наш телевизор смотрит. Абсолютно. Я от блока коммунистов и беспартийных, если уж мы говорим о прошлом веке, понимаете? А вот еще одно актуальное произведение, и это тоже стихи, я даже и гитару не буду применять сейчас. Называется «Псалом». И посвящается это сочинение, кстати говоря, в прошлой, вот в том сочинении, которое я сейчас вам прочитал, спел, там было слово «сучок». Знаете, что это такое? Знаете? Сын суки. Нет. Сучок. Кому сучок, кому коньячок. Видите, это противопоставление. Сучок – это некачественная водка. Это дешевая водка, палёная, на самом деле, да. Палёная. Ну, по нынешним временам говорят «палёная», по тем временам говорили «просто некачественная».
Так вот, это сочинение называется «Псалом» и посвящено замечательному поэту, нашему, ну просто почти земляку, харьковчанину, Борису Алексеевичу Чичибабину. Она не может. Нет, нет, она не может замолчать. Она возбуждена просто. Да ты возбуждена. Итак, псалом. Я вышел на поиски Бога. В предгорьях уже рассвело, а нужно мне было немного. Две пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекою костер, красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге, на тихой заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я. И полон предчувствием смутным мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же он прошел этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: иди и убей. И канули годы, и снова все так же, но только грубей. Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в платье вцеплялся репей. И Бог, сотворенный из страха, шептал мне: иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу на порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет мне Бог. Браво! Ребята, что может быть актуальнее сегодня, когда религиозные фанатики берут в руки ножи и автоматы, обвязываются взрывчаткой и идут убивать себе неподобных, да? Или себе подобных, я уже не знаю как. Но во имя Бога. Безумие абсолютно. Что может быть актуальнее себе? Вот. Так что, если кто-нибудь из вас мне скажет, что Галич не актуален, я ее не завидую. Ну давайте, я чувствую, что я немножко перебираю. Давайте мы закончим замечательной песней. Опять же, песня, не песня, кто может сказать? Может быть, это просто стихи, может быть, это просто речитатив такой. Называется «Баллада о стариках и старухах», тоже Галич. «Баллада о стариках и старухах, с которыми я жил и лечился». В санатории областного совета профсоюзов в 110 километрах от Москвы. Ну, такое длинное название. Кстати говоря, можно перед этим вспомнить, просто для того, чтобы немножко разрядить обстановку, вспомнить другое сочинение, которое появилось у Галича после вот этого вот отдыха в профсоюзном санатории в Серебряном Бору. Это сочинение было названо «Философский этюд». Я думаю, что многие из вас знают, но с удовольствием послушаю еще раз. На въезде в этот санаторий, где Галич восстанавливал здоровье после тяжелой болезни, было странное сооружение, состоявшее из деревянного столба, грубо отесанного. Сверху на столбе было колесико такое, блок, и через блок пропущен стальной канат. На одном конце каната была гирька, а другим концом канат уходил в землю. На столбе были деления, и были нанесены цифры от 1 до 4. И Галич страшно удивился, увидев это сооружение, он спросил местного сторожа, что это такое. И сторож сказал ему: а это, сказал ему сторож, это, Александр Аркадьевич, это говномер. Значит,
шнур, этот самый канат, который в землю уходит, он идет к выгребной яме. То есть, когда уровень повышается, гирька понижается. Когда уровень, значит, понижается, гирька повышается. Вот пока, значит, она там на единичке, двойке, все нормально. Как она доходит до тройки, четверки, беда. Нужно из города золотариков вызывать. И это вдохновило Галича, это просто вдохновило Галича на сочинение такого эпохального, на мой взгляд, произведения, которое называется «Философский этюд». По-моему, оно абсолютно актуально и сегодня более, чем когда бы то ни было. Все было пасмурно и серо, и лес стоял как неживой, и только гиря говномера слегка качала головой. Не все напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена. Не все напрасно в этом мире, покуда существуют гири и виден уровень говномера. Ну, и кто скажет, что это не актуально? Вечно. Так вот, баллада о стариках и старухах появилась таким образом. Галич восстанавливал здоровье в этом санатории, и к нему приехали в гости его друзья, писательница Ирина Грекова, известная вам по книге «Кафедра», по роману «Кафедра». Ну, собственно, Ирина Грекова, знаете, откуда появилась вообще, откуда этот псевдоним появился? Игрикова, совершенно, совершенно верно. Игрикова, она ведь настоящая фамилия Венцель, она Елена Сергеевна Венцель, и мы в университете учились по ее толстенному учебнику теории вероятности. Мы изучали жуткий предмет совершенно. Да, ужас. Ну вот, и, значит, вот это его подруга, значит, Ирина Грекова, и еще один человек приехал к нему в гости, такой полковник авиации, как говорил Галич, шикарный полковник, которого называл Димка Соколовский. Он был полковник авиации. Кстати говоря, я думал, что его зовут Дмитрий Соколовский, и так на одном концерте сказал в Израиле, значит, и получил записку, что это не так. Оказывается, его родственники живут в Израиле. Как у всех, собственно говоря. И, значит, эти самые родственники мне сказали, что его звали не Дмитрий, а его звали на самом деле Вадим. Ну вот все его называли Димка. Значит, не Вадим, называли его Димка. Ну вот, так вот этот самый Димка Соколовский приехал. И вся эта компания во главе с Галичем шла от столовой в комнату к Галичу. И на полпути они вспомнили о том, что оставили, они хотели взять в столовой, я уже не помню, что там, соль или чай, что-то такое. И соль, кажется. И Галич, который шел впереди, он так в полоборота назад сказал Соколовскому: «Димка, сбегай за солью». И Димка, значит, повернулся и побежал за солью. Теперь надо понимать, что знаки отличия у КГБ и у авиации были одного цвета, просто разных оттенков. Одного цвета, но разных оттенков. Короче говоря, этого самого Соколовского приняли за полковника КГБ, а не за полковника авиации. И вот дальше, значит, те старики, которые там отдыхали, они решили, что значит, если по просьбе этого странного человека, который здесь отдыхает, полковник КГБ бегом отправляется выполнять, значит, его просьбу, то этот как минимум генерал КГБ. А если не генерал КГБ, а Галич. То есть, а если не генерал КГБ, то вообще что-то запредельное, что-то непонятное, иностранец, академик, в общем, что-то такое невероятное. И на фоне этого случая сформировалось отношение к нему, а у него появилась песня, повторяю название, «Баллада о стариках и старухах, с которыми я жил и лечился», в санатории областного совета профсоюзов в 110 километрах от Москвы. Все завидовали мне, это денег.
был загадкой я для старцев и старец. Говорили про меня академик, говорили генерал иностранец. О, бессонниц и снотворных отрава, может статься, это вы виноваты, что привиделась мне вздорная слава в полумраке санаторной палаты. А недуг со мной хитрил поминутно, то терзал, то отпускал на поруки. И все было мне так странно и трудно, а труднее всего были звуки. Доминошники стучали в запале, привалившись к покорябанной пальме. Старцы в чесанках с галошами спали прям в холле, как в общественной спальне. Я неслышно проходил англичанин. Я козла не забивал, а котель. И звонки мои в Москву обличали. Эка денег у него, эка денег. И казалось мне, что вздор этот вечен, неподвижен, будто солнце в зените. И когда я говорил «добрый вечер», отвечали старики «извините». И кивали, как глухие глухому, улыбались не губами, а краем. Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому, но как надо, извините, не знаю. Я твердил им в их мохнатые уши, в перекурах за сортирной дверью. Я такой же, как и вы, только хуже. И поддакивали старцу, не веря. И в кино я не ходил. Ясно, немец, и на танцах не бывал, академик. И в палатке я купил чай и перец, эко денег у него, эко денег. Ну и ладно, и не будем о славе. Смерть подарит нам бубенчики славы. А живем мы в этом мире по славе, не имеющей названия державы. Спасибо. Песню в заключение такую вот, чтобы знали вот, все. Даже те, кто не знает вообще авторскую песню. Хорошо? Одну. Сейчас Луферова. Моя матушка Россия. Луферова. Значит, надо, чтобы все знали. Ну, спой это, пожалуйста. Надо, чтобы все знали. Да он не помню. Тогда две еще. А я ее не помню. На любой земле. Очень отлично. В любые времена. В любые времена. Сашенька, спой в любые времена. А все знают? Да, да, да. 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 Спою. А кто тут остальные? Ну хорошо. Эта песня сочинялась более 20 лет назад, на самом деле. По печальному и тяжелому поводу. И, естественно, когда она сочинялась, я никак не мог себе представить, что какая судьба ожидает эту песню. Что она превратится в нечто вроде такого всемирного шлягера, что ли. Да? Потому что поют ее сейчас везде, везде, где есть русскоязычные эмигрантские компании. И в Америке, и в Германии, и в Австралии, и где только, и в Израиле, само собой. Вот. Самое интересное, что ее запели и на территории бывшего Советского Союза, и даже на одном из санкт-петербургских фестивалей
именовавшихся «Петербургский аккорд», некий, по-моему, женский дуэт, или какая-то девушка, в общем, откуда-то из-за Уралья, черт знает откуда, с этой песней получила приз зрительских симпатий. Даже так вот. Да, было, было. А я все думал, да, как же так? Песня-то на самом деле об эмиграции. Почему вдруг ее запели в Зауралье? Вот. А потом я придумал, что, видимо, в 90-е годы очень многие девушки, проживавшие в Зауралье, почувствовали себя в эмиграции. Вот. И поэтому, в общем, наверное, так сказать, имел место некоторый резонанс с этой песней. Про эту песню мне рассказывали много разных историй. Она переведена на несколько языков. Самая смешная история была такая. Я очень люблю ее рассказывать. Я горжусь этой историей. Значит, некто, один израильтянин, рассказал мне, что он слышал эту песню в исполнении двух бомжей, шедших вдоль железнодорожного состава на станции ЧОП. Песня об эмиграции. Нельте никому, ничьим слезам не верьте, ничьим словам не верьте, ни славе, ни хуле. Один и тот же лик у жизни и у смерти в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле есть только высший суд и только личный опыт. Натруженные стопы, морщины на челе, надежд или молитв, срывающийся шепот в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле от перемены мест меняются пейзажи, занятия и даже продукты на столе. Но близкие мои, любимо мной все так же в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. Что в сутолке Москвы, что в буйстве Тель-Авива, судьба неторопливо качает на крыле. И значит, можно жить и можно быть счастливым в любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. В любые времена и на любой земле. На пышном карнавале торжественный
ждали божественных судов. Пируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный ветер души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз еще такой субботой, еще такой субботой, божественной субботой наши отдает нас. Спасибо за внимание. Друзья, я считаю, что сегодня не столько суббота, вот последняя песня, а вот последняя суббота. Она была божественная для нас, для всех. Хочу сказать, наверное, что каждый в этом концерте нашел что-то свое. Вот кому-то все понравилось, кому-то не все. Но Саша не мог не понравиться. Давайте аплодируем. Спасибо большое всем и до следующего концерта.